Фундамент новостройки расположился на Стаханова, 34. За два года основание обросло стенами и почти готово встретить своих хозяев. Уже закончен монтаж тепловых узлов, остекление и установлены все двери. Сейчас полным ходом идет внутренняя отделка. Уже на следующей неделе строители приступят к благоустройству придомовой территории. По плану во дворе красивой высотки большая автопарковка, места отдыха для детей и взрослых, зеленая аллея. А вот этот бетонный узел заменит многофункциональная детская площадка. Сдача объекта планировалась в январе 2017-го. Однако строительство ведется с опережением, потому новоселы въедут сюда уже этой осенью. Стать владельцем квартиры в новом доме на Стаханова, 34, просто. Компания «Водострой» прошла аккредитацию во всех банках Уссурийска. Работает с материнским капиталом и военной ипотекой. Виктория Сарада, Игорь Антонов, Телемикс.